Друзья, рада приветствовать вас на нашем YouTube-канале. Сегодня я пригласила в гости, а если быть более точной, пришла сама в гости, да, в студию к Роману, который является технологом, а также преподавателем в школе, которая занимается подготовкой парикмахеров. Очень приятно. Да, здравствуйте, Роман. Здравствуйте. А мы подготовили для вас ряд вопросов относительно обучения. Расскажите, пожалуйста, немного о вашей школе, где она находится и в каком формате проходит обучение. Ну, наша школа находится в городе Варшава, это Польша. Мы более 15 лет занимаемся профессиональным обучением парикмахеров, не только те, которые имеют уже опыт, но также с нуля для всех, кто хочет поменять профессию, ну или приобрести новую, такую востребованную в любые времена. Да, действительно. Я сама также являюсь парикмахером, это одна моих из первых полученных профессий. И действительно могу сказать, что профессия креативная, и всегда не останемся без дохода, скажем так. Я даже не удивлюсь, если когда-то вновь захочу работать. Никогда не поздно. Да, ты приходишь, такую атмосферу, сразу хочется, что там за красочка, да, там. Все приятно, красиво пахнет. Да, потренироваться. Хорошо, давайте тогда перейдем к документу, то есть относительно диплома об образовании. Что получает студент и какие сроки вообще обучения? То есть вот если мы говорим, например, уже, скажем, о состоявшемся парикмахере, который хочет повысить квалификацию, или вот новичок с нуля, да, то есть, вот, например, я училась 3 года на парикмахера с нуля. А вот как проходит в вашей школе? Если парикмахер обучается с нуля, то у нас есть программа наработанная, такая система обучения, которая позволяет за короткий срок обучить студента всем навыкам современных окрашиваний и не только, для того, чтобы он мог бы выйти уже на рынок, то бишь в салон красоты и приступить к работе. Если это парикмахер, у которого есть уже базовые знания и какой-то опыт, то мы можем обучить его, как бы вспомнить и показать новые техники для того, чтобы он за короткий срок освежил свою память, что-то получил новые какие-то знания и также быстро приступил к работе. То есть для этого не требуется какой-то очень большой период времени, там год или два, как обучается там или в техниках, или в институтах. Это достаточно как бы короткое, да. Но он очень насыщенный, потому что занятия у нас проходят целый день. И помимо того, что студент отрабатывает навыки практически, потому что у нас в основном все 90% практика, из практики идет теория, он параллельно еще участвует в учебных процессах других студентов, взаимозаменяют, они работают сначала с одной моделью, потом с другой, и за это, как бы за одно занятие он получает в 3 раза больше знаний, и за счет таких вот маленьких секретиков можно быстро приступить к работе. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот, ну, я знаю, что ваши студенты, они параллельно могут учиться на курсах польского, там, английского или другого языка. Ну, а непосредственно работа вся на каком языке проходит? Так как мы находимся на территории Польши, мы обучаем и на польском языке, и точно так же на русском языке, потому что есть студенты, которые приезжают с Беларуси, с России. И также есть у нас обучение на украинском языке, потому что также есть желающие обучаться с Украины. Да. То есть мы мультинациональная школа на всех языках для наших студентов. Скажите, а бывает ли студент, ну вот СНГ, да, это как бы ну, очень часто гости, да, здесь на территории Польши, а если это, например, Индия, да, или вот какие-то другие страны, ну, они, бывает так, что встречаются на ваших курсах? Реже встречаются, но если есть такие студенты, то мы тоже, у нас есть возможность перевода на английский язык, потому что так как у нас еще есть помимо языковая школа, у нас есть возможность дубляжа на английский язык и на другие языки, да. Замечательно, хорошо. А когда студент получает непосредственно диплом, что дает этот диплом, что за образец? Диплом, он дает возможность устроиться в любую парикмахерскую или салон красоты на территории Польши, так как это диплом европейского образца. Также это может быть любая другая страна Европы, но прежде всего мы даем знания, которые помимо диплома дают возможность любому нашему студенту без проблем, без переживаний сразу начать работать. Независимо от страны, независимо от языка, даже если он со временем вернется к себе на родину по каким-то либо причинам, то есть это как бы наоборот повышает, да. Повысит его статус у себя на родине,
за счет того, что он закончил курсы и обучение в Европе. Да, курс повышения квалификации за границей. Да. Действительно, это очень интересно. Спасибо большое, Роман, что ответили на ряд вопросов. Хочу также отметить, что в первую очередь это является комплексом. Да, человек может параллельно изучать язык, получать или осваивать новую профессию. И также хочу сказать о том, что в следующих видео мы поговорим еще о таком интересном моменте, который тоже будет дополнять наш комплекс. Это непосредственно трудоустройство после обучения, да, то есть трудоустройство в салон красоты на территории Польши или других стран Евросоюза. Поэтому, Роман, вам спасибо. Перейдем к следующему блоку. Всем пока!